Я хотел бы обратиться к главам. Вот Асхат Ахметович, я Ильнар Шапович сказал. Завтра День России. Значит, достойно на всей территории республики провести мероприятие. Значит, я и депутатов прошу, и министров. Разные мероприятия, там спортивные, культурные. Там. Обратить внимание на ветеранов, участников войны. Поэтому давайте достойно этот праздник надо будет провести. Асхат Ахметович, потом подведем, как бы, соберем информацию. СМИ, значит, День России достойно надо показать. Где какие мероприятия, как, что будет происходить, все надо. Еще, садись, еще одна тема. Вот мы с Натальей вчера с Шуваловым договорились, с Плутником договорились провести такой международный семинар по малогабаритному эконом-классу жилья. То есть вот, все-таки надо хорошие проекты, надо строить те дома, которые есть большой опыт мировой. Надо вот, мы Фишман попросили, чтобы она подключила внешние, российский весь опыт надо собрать тоже. Вот это мероприятие, ну, после выборов, это, наверное, сентябрь, конец, там, начало октября надо будет провести.